Макс Ньюс. Студия. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Этот проект совместный, он его затеял музей Монтезедониса в сотрудничестве с Латвийской национальной библиотекой и пассажиру Вилтсенс в рамках проекта «Железная «Путь дорога», с книгой». Да. Да, «Путь с книгой», и вот в дизельных поездах открылась первая библиотека с 15 января. Жанетта Грэнде, бывший министр культуры и представитель Совета по доверию музея Монтезедониса, нам сейчас расскажет подробнее об этом проекте. Жанетта, расскажите. А вы звоните, как у вас, кстати, обстоят дела с чтением в общественном транспорте? Вот очень интересно. Раньше читали люди все. Вот зайдешь в какой-то, да, особенно в поезд дальнего следования, да, ты заходишь, и там все с книгой. Угу. Вот сейчас я с телефоном. Разворачивали газету и кулаком тебе пум. Или так еще, да, можно было газетой прикрыться и наблюдать из-за нее в дырочку. Тоже, да, Жанетта. Ну, чтобы начать рассказывать о проекте «Книга в дороге», мне надо очень коротко рассказать, что такое музей Имандиса Зиедониса. А, давайте. Потому что это очень такой уникальная ситуация в мировом контексте, когда литерат сам своей персоной выбирает людей, которые будут делать его музей. Он очень работал над стратегией своего музея, потому что он хотел, чтобы музей Имандиса Зиедониса не был об ее персоной. Он не хочет, чтобы люди приходили в музей и смотрели. Ну вот, тут он жил, тут он спал, писал, у него столько жен, дети и так далее. Он говорит, это неинтересно. Интересно, что я написал, что я думал, какие мои идеи. И вообще самое-самое главное в жизни – это творчество. Творить. Творите. Он при жизни создал себе памятник? Он сказал, я не хочу улицы в Риге, Имандиса Зиедониса, и не хочу памятник. И вот это очень интересно, что совместно с Рижской думой мы сделали проект «Библиотека Имандиса Зиедониса», которая младший ребенок музея Имандиса Зиедониса, и это будет как улица и памятник вместе. Ну и новый, молодой библиотека Зиедониса начала думать, что вообще важно, где люди читают. И библиотеки думают, что люди приходят в библиотеку читать, и это правильно, они так делают. Но библиотека может пойти там, к людям. Где люди, да. К людям. И мы начали думать, а где вообще люди? В рынке люди, в магазине люди. А где у людей свободное время? Гостиницы. Потому что Зиедонис говорит, что люди читают тогда, когда у них появляется свободное время. Мы бежим, бежим, бежим куда-то, и кажется, что у нас свободное время нет, и мы мечтаем, если бы у меня было свободное время, что мы делали? Спали, читали книжку. Почитайте интервью. Всегда люди так говорят. Да, и мы увидели, что люди, где находятся, и у них есть свободное время, это в поезде. Но вот если надо проехать Рига до Резекне, это почти 4 часа. Ну да, да. Да, ты можешь сидеть, и тебе уже после часа, после двух, появляется третий час, когда уже телефоны уже все, уже надоели, да? Или сели батарейки. Да, или сели батарейки, появляется час свободного времени, и ты думаешь, что бы делать сейчас? И тогда ты смотришь, что в поезде красивый ящик, где стоят книги, которые ты можешь взять и почитать. Но следующее, что говорит Иман Зиедонис, что, сейчас подумаю, как по-русски сказать, что наш путь делается таким, как я выбираю. Угу. Ну, сами создаем свою дорогу. Да. Да. Если так, более свою судьбу, своя судьба в своих руках. Да, свои руках. Каждый человек кузнец своего счастья. И это очень важно, что я читаю. Это делает меня. Да. Я могу почитать какое-то не очень хорошее, могу среднее, могу хорошее. И у нас, у библиотеки Зиедониса нет так много книг,
И мы обратились к своей старшей сестре. В этом году Национальная библиотека 100 лет отмечает. И спросили, может быть, вы можете нам помочь из 4 миллионов ваших книг избрать книги, которые говорят о дороге. А, программу такую. Такую сделать. Программу о дороге. И мы совместно посмотрели, что мы могли бы в этих ящиках положить. Там в 3 ящиках, в первом вагоне, последнем, 200 книг, чтобы люди первые 3 месяца, тема «Путь», и да, можно почитать книги о своем пути, о другом пути, «Путь». А что значит «Путь»? Имеется в виду вот в таком петушки. Это очень хорошая тема «Путь», потому что «Путь» – это очень жизненный путь. Есть, например, карта Латвии. Можно просто посмотреть карту Латвии, где вообще мы находимся, да, где мы едем, что мы делаем. Это такая философия, потому что наш такой кредо – это музей в пути. И, ну, например, идея Зиедонисса – обойти вокруг Латвии. И 2,5-3,5 лет назад мы такой группой начали обойти вокруг Латвии, и мы это сделали. По контуру, да? Да, по контуру, да. Вот это путь, это очень... Зиедонис же сам, в общем-то, очень любил путешествовать. Да. Скажите, а книги, вот сейчас они в Резекне есть, да? Нет, они в поезде. Нет, в сторону Резекне, да? Нет, поезд, состав, да. Состав, он идет Рига-Сигулда, Рига-Огре, Рига-Резекне, Даугавпилс. Даугавпилс, и он все время куда-то идет. У него и график в поезде. А, в этом поезде. В этом поезде. Пока в одном поезде. Посмотрим, нравится ли это, не нравится. Ну, например, первый сигнал у нас уже был, что почему нет в остальных поездах, хорошая идея. В электричках. Да, в электричках. Мы говорим, посмотрим первые 3 месяца, если понравится, мы сделаем еще более в ящиков, сделаем в электричках. Другой сигнал, родители, ой-ой, надо больше для детей книги. И мы сейчас думаем, какие книги положить более для детей, потому что родители уже говорят, что очень хорошее время почитать вслух. Для детей какую-то сказку, книжку, историю, и мы добавим еще книги для детей. Это такое, которые говорят. А люди добавляют, там появились Библии? У нас такое, как сказать, в этом случае закон, что мы не приносим своих книг, потому что книги избраны. Это не случайные книги. Пропали? Нет, не пропали. Но можно брать с собой, почитать дома. И вернуть обратно в поезд. А, там дублируется, да? Мы все время смотрим, как это ящики, но сейчас все читают в поезде возвращают обратно, да. И никто так за этим не следит. Знаете, кондуктор стал библиотекарем. Спасибо, да? Спасибо, буду за книгами следить. Формуляры заведет, так вы не вернули в прошлом месяце. Закладку свою тут оставили. Вы знаете, если думать о том, что мир справедлив, тогда и мир и справедлив. Я хочу жить не в стране, где воруют, я хочу жить в стране, где все справедливо, и не воруют, и все хорошо. Я бы даже согласилась жить в стране, где воруют книги. Если честно, если воровать, то книги. Давайте примем звонок, надевайте наушники, берите. Какие нравятся. Пожалуйста, здравствуйте. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мне очень понравилась идея, когда новостя прочитал пару недель назад об этом поезде с книгами. Только поддерживаю. Там иногда пользуюсь поездами. Детство все провел в чтении книг. И получилось так, что своими руками создал дома достаточно большую библиотеку. Более 1000 книг, как на русском, латышском, на французском языке. Получилось так, что дети растут, читают больше свои гаджеты или по учебе. Книжками мало пользуются. Они просто нереально стоят. Прекрасно понимаю, что я их с собой не заберу лет через 20-30, когда придется время уходить. А вот на благое дело я с удовольствием их отдал, потому что литература хорошая. Вопрос, принимаете ли вы книги от физических персон,
принимаете ли вы книги на русском языке, на французском, ну и, конечно же, на латышском, с удовольствием поделился бы. Mm-hmm. Реально, они у меня годами стоят на полке пыляться. А вы на французском тоже читаете, да? Когда учился в школе, пытался, ну, собрался, литература есть. Какой вам Дюма? Ну, «Война и мир» на французском написано. Первая страница. «Дюма» у меня есть на французском. Что-то еще парочку книжек. Ну, там с десяток будет. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Принимаете книги? Спасибо за звонок. Мы принимаем библиотеку Зедониса. Да, мы бы приняли все книги, которые Имантис Зедониса. На всех языках мира мы бы были очень благодарны за это. Поезд книг не принимает, может быть, в будущем, но сейчас нет. И я бы сказала, что вы можете свою библиотеку созвониться со своей школы. И школы, Draudzīgais aicinājums, всегда принимает книги для школ. Нужны хорошие библиотеки, которые в школе вы учились в Риге, когда... А мы уже отключились. А скажите, что, действительно школы принимают? Ну, есть такая программа Draudzīgais aicinājums. Ага. Дружеская. Да, ну я не знаю, как просто, но латышском. Есть такой день, когда все приносят книги своей школы, школа нуждается, если библиотека очень хорошая, тогда школа бы была очень рада этому. Ясно. Да. Но мы принимаем все книги Имантиса Зедониса, которые у вас есть. Да. Только в школе сначала спросите, каких книг не достает, да, сфотографируйте, может быть, свою библиотеку. Понятно, да, сначала надо связаться со школой. Принести 30 килограмм. Да, мы говорим сегодня о проекте книга «Путь к книгой» называется, и в поездах, дизельных поездах открываются такие библиотеки, открылась уже первая библиотека, вы можете ехать в разные концы Латвии и читать по дороге. Как вы к этому относитесь, что вам, какие у вас, может быть, есть еще мысли по этому поводу, звоните 672-12-939 и 672-13-939. Вообще, любите ли вы читать в дороге? Расскажите нам, пожалуйста. Тоже интересно. А на русском языке есть книги? Да. Поэти есть книги на латышском, на русском, на английском и немецких языках. Мы, может быть, думаем, тоже несколько книг есть на французском, Имант Зедонис, еще есть на французском, но языки, которые более используются, это 4. Русский, латышский, немецкий и английский. А вот эта специальная наклейка на поезде, да, что там... Чтобы люди знали, что в этом поезд поезде... Для чтения, поезд да? для чтения. Я бы хотела маленький комментарий. Как-то говорили, что дети больше не читают. Это неправда. Дети читают, дети много читают. Но там такой очень такой важный момент. Во-первых, показывать пример... Дети делают то, что делают родители и учителя. Они пользуются примером. Это, во-первых, надо показывать, как это делать. И, во-вторых, надо самим быть вместе с детьми. И если первые 3-4 года родители читают вместе книги с детьми, дети будут больше читать. Это такое исследование, которое... Родители, которые вместе читают с детьми, дети читают больше. И следующее, если дети не читают до 11 лет, они не понимают физику, математику, биологию. Это очень важно. Сложнее, чтение. Чтение очень важно. Да. Ну, воображение. Конечно, для детей сейчас больше всяких разных соблазнов для того, чтобы не читать. Вот. Ну, я имею в виду на те же гаджеты. На Ютубе пересказ. Да. Да и для взрослых тоже, не знаю, многие взрослые тоже меньше стали читать. Ну вот, Наталья, переезжайте в Сигулду, будете по дорогу добираться до работы. Я и так стараюсь. Да, ну, мы сегодня говорим с Жанет Гренде, бывшим министром культуры, и сейчас она представитель Совета по доверию музея Имантиса Зедониса о поезде, вот таком читающем поезде, который создан в Латвии. Это вообще дорогостоящий проект, дорого? Было его? Нет. Это 3 ящика в поезде. И ну, ящики кто-то тоже делал? Может, ящики тоже кто-то сделал. Это сделал пассажир Вилценс, да. Инженер. Это очень важно, чтобы они хорошо стояли, не тряслись. Спасибо им за это. Это спасибо Национальной библиотеке, которая дала книги. Нам они подарили эти книги,
чтобы не могли быть поезде. И, конечно, наша работа, чтобы это... Спасибо кондукторам, это их работа, чтобы посмотреть за... Присматривать за книжкой. Ну, вы знаете, наш фонд «Иманты Созеду» называется «Легко», «Веглы». Uh-huh. Это легко. Uh-huh. Смотрим, но это легко. «Веглы». Легко, да. Жанетта Гренде, член попечительского совета музея Иманта Зеданиса у нас в студии. Я читал, что будет и в автобусах такая же, да, идея? Или какие еще вынашиваются? Вы сказали, что вы думали, где есть люди, да, и где у людей свободное время для того, чтобы взять книгу. Ну вот есть еще в больницах время свободное у людей. Я есть думаю, еще, что в больницах уже в есть уже такие пункты обмена. Может быть, наша библиотека отличается от пунктов обмена с тем, что мы подумали о контексте, про сатуру. Содержание. Если просто навалить книгами, это одно, а если подумать об этом, потому что после 3 месяцев мы будем менять эти книги на другие. Потому что если люди все время едут, Рига, Сигулда, Резек, Наугра, Даугавпилс, они уже будут... Это я хочу знать уже, да, и мы будем менять на другие. В нашей национальной библиотеке книги хватает, у нас много. И я думаю, что самое главное, чтобы, может быть, люди, профессионалы культуры, ну, так подумали просто, что можно выйти с культурой на улицу. Ну, не ждать людей, а идти к ним. Я думаю, это может быть самое главное такое, что в этом мире очень важно. Я читала, что в Корее очень большая библиотека сделана, ну, хорошая библиотека в супермаркете. Угу. Ты можешь присесть и почитать книгу в супермаркете. Я думаю, что супермаркеты, которые хотят об этом, ну, так серьезно подумать, это книга, это очень важно, это выбор, что я читаю. Если бы подумать о ситуации, которая и в Европе, и в Америке, и популизм, популизм от того, что не читает, или читает, ну, что-то. И это очень важно, что мы читаем. Давайте звонок еще примем, пожалуйста. 672-12-939 и 672-13-939. Здравствуйте, слушаем. Алло, здравствуйте. Большое спасибо за инициативу такую, за проект такой, я думаю, он очень правильный, потому что на самом деле я часто там езжу с детьми куда-то, и чтобы они себя вели хорошо в дороге, мы берем с собой книги, раскраски, что-то такое бумажное именно. У них тогда занята голова, заняты руки. И для взрослых, я думаю, это то же самое. То есть, в принципе, ну, гаджеты, они, это не то, от них устаешь, и, в общем-то, ну, как бы бывает, и нужно перемены какие-то, да. И был такой вот тоже пример недавно, у меня просто сгорел телефон, и я была со старым кнопочным месяц, и, в общем, вечером у меня оказалось очень много времени, неожиданно. Я как-то достала книгу, которая там на 400 страниц ждала меня 5 лет, купленная давным-давно, и я начала ее читать. И я заметила, что дети приходят ко мне на диван с своими книгами, садятся рядом и читают. Поэтому действительно пример очень важен, и если есть возможность эту книгу использовать, взять в руки, то это вообще прекрасно, когда тем более в дороге, ну, не все будут с собой тащить вот чемодан, сумку, еще книгу сверху положат, а именно в пути. Я бываю в командировках за границей, там очень часто книги можно встретить в ресторанах, в отелях. Это полки стоят везде. И это очень такая хорошая культурная вещь, и люди этим пользуются, и все очень так красиво выглядит. У меня вот вопрос, а какие условия вот в библиотеке? То есть нужно прийти, зарегистрироваться, взять эту книгу. Как там это все работает? Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Музеи, наверное, имела. А, ну, музей и библиотека. Да. Если мы говорим о библиотеке в поезде, там просто... Там понятно, да. Понятно, берешь книжки, читаешь, но библиотека Зиадониса находится с порта Еладиви, и мы начнем свою работу 1 марта с порта Еладиви, и у нас будет выставка. Это где Рибока была сейчас, да? Да, где Рибока.
И будет, сейчас подумаю, как на русском, квеструм. Из Лаушенаси. Квеструм, да, квеструм она и есть. И будет квеструм по одной книге Имантиса Зиадониса, Бленисум Пасакас, чтобы с радостью войти в книжку и потом выбраться из книжки «Бленисум Пасакас». Так что следуйте нам. 1 марта будет совсем новый проект для детей, для школ. Здорово, да. Пишет нам в WhatsApp очень симпатичный мужчина, но не представился. Доброе утро. Ну, вижу, красивый. Понял. В молодости я часто ездил поездом Рига-Лепа. Самое комичное было, когда читал три Свирилаева «Унсунс». Ну, это «Трое в лодке, не читая собаки» Джерома, да? Я читал и смеялся вслух. Обычно через полчаса пути меня просили читать вслух. И тогда уже плацкарты смеялись три раздела. Так что читать надо, и людям это нравится. А, плацкарты ездили. Да. Я помню, да, в Даугавпилс тоже поезда ездили. А у нас был такой случай, что мы были с фондом Имантиса Зиадониса в Йеглы в Брюсселе на концерты. Мы поем, у нас есть концерты. И, между прочим, в феврале будет концерты в Лепа, и Резекне, и Цесис. Мы построили музей с песней. И ну вот едем в поезде в Брюсселе и читаем книжку «Вецай свейрс пилы». Смешная книжка, и все смеемся. Ну, там людей 11. И эти... Иностранцы спрашивают, ну, о чем вы читаете? Мы тоже хотим. И я тогда читала вслух на латышском, и Рена Арскауперс переводил на английский. Весь вагон смеялся, это было ну, так прекрасно. Еще и Ренарс красиво. И как, ну, Ренара в Брюсселе никто не знает, что он Ренарс. Он просто... Не, но он артист. Да, но он артист. Ну, и когда мы открывали свой поезд и ехали в Сигулду 15 января, там была такая атмосфера, все пассажиры, жиры, они были как будто вместе и смеялись, и радовались. Я думаю, мы очень хотим эти атмосферы, которые объединяют. Вот это ваша вертикаль развития, чтобы в этих поездах кто-то брал и читал вслух, да? И это было здорово. Если кто-то читал вслух, это было здорово. Вот. Еще звонок у нас, пожалуйста, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут узнал, что в Финляндии есть такая система, у них более 30 лет практикуется как библиобусы. Это по обмену и разгрузке книг и по библиотекам, и в том числе и к поездам, и ну, короче, обмен такой книг. Uh-huh. Это я увидел в программе Познера. Ясно. Uh-huh. Путешествие по Финляндии. Uh-huh. Да, спасибо. Спасибо большое. В Латвии есть некоторые библиобусы. Самый такой знаменитый библиобус в Гробине. Это недалеко от Лепаи. И библиобус два раза в неделю едет по маленьким поселкам, и приходят люди и меняют книги. Но этот библиобус еще хороший с тем, что у них есть компьютер с собой, и люди могут тоже заплатить что-то в компьютере. Ну, да, просто счета оплатить. Да, телефон, они привозят иногда и хлеб. Угу. Потому мотивирует, да. Можно денежку положить куда-нибудь. Я знаю, что в Огре есть библиобус. У нас в музее Зиадониса тоже есть бус. Он 9 мест. Но у нас в бусе всегда есть ящик с книгами. Всегда. И когда мы шли вокруг Латвии, тогда у нас был маленький библиобус, и все, которые шли, могли читать. И что было интересно, если положить ящик с книгами, где есть люди, 30% возьмут книгу и будут читать. Ну, у нас, угу. Я знаю, что в школе Ридзе, где ваши соседи, да, да. У них есть просто в коридорах ящики с книгами. Я говорила с учителями этой школы, дети читают. Просто надо положить. Это, я помню, тоже у нас была какая-то дискуссия с Рижской думой, что надо ли для велосипедистов дорожки. Он говорит, ну у нас не так много их. Нет, когда есть дорожки, появляются велосипедисты. Когда есть ящик с книгой, появляются читатели.
Велосипедисты весной появятся. Они уже есть. Они уже круглогодичные. Да, но вот на площади привокзальной, нажимай, на площади привокзальной в Сиглде есть без окон, без дверей такой теремок или такая юрта, где книги люди оставляют. Но они круглый год там, и они сырые, вот, ну, как бы мокрые, да, это по отношению к книгам... Негуманно, да. А вы много читаете сами? Я читаю очень много. У меня есть книги в машине и во всех комнатах. Но самое любимое мое занятие, я жду, когда появится журнал «Ригас Лайкс». И когда я вижу... Вы гурман. Сразу читаете. Я сразу беру «Ригас Лайкс» и просто беру 3-4 часа и читаю все. И мне это так нравится. Вот такое... Вот это чувство взять 4 часа и просто почитать. А русские тоже покупаете? У меня есть друзья в Киеве. Когда у них был этот Майдан, я помогала творческим людям стратегии культуры. Я там ездила 2 года, там делали стратегии, и мне там много друзей. Я всегда, когда еду в Киев, я беру с собой много русского «Ригас Лайкс», «Рижское время», им так нравится, это как глоток. Я вообще считаю, что «Ригас Лайкс» – это возможность читать на латышском языке мировые мысли. И это здорово. Спасибо, «Ригас Лайкс». Они спят еще. Да, но если говорить о журналах, да, то не твое, как... Я знаю, что «Ригас Лайкс», ну, она стоит, это 4 евро, и люди думают, что дорого, может быть, но в поезде есть «Ригас Лайкс». А, тоже есть, да? «Ригас Лайкс» есть в поезде, потому что это путь. «Ригас Лайкс» – это путь. Да, журналы всегда были в поездах, и, по-моему, в электричках, это рекламные, но в поездах, да, были всегда, потому что коммерческая составляющая, они всегда раскладывали, и в поездах дальнего следования, и «Железная дорога» сама издает журнал, и не один, по-моему, или вместе с кем-то, «Магистраль» называется. А книги, да, впервые. А вот в планах есть «Рига-Москва», Рига-Минск-Киев. Да, самолеты, автобусы. Мне очень нравится сначала немножко посмотреть, как это работает. Это очень хороший пилот. Посмотрим, как работает, как нравится. Может быть, что-то надо лучше, может быть, что-то создать. И тогда уже будем развивать дальше. И да. Может быть, кто-то возьмет пример от нас, может быть, какой-то большой супермаркет скажет: «О, это отличная идея, сделаем Малс или Домино, место для книг». Но я бы сказала, это очень важно, чтобы не только приносили книги в какую-то кучу. Ну вот да. Но надо избрать такие книги, которые для чтения, но надо место и время. Еще звонок у нас, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем. Доброе утро. Да, доброе утро. Идея отличная. Поддерживаю всеми силами. Сам люблю читать книги, но, в принципе, сижу на электронной книжке, поэтому это и удобно, и сразу можно закачать то, что когда-то не хватило времени прочитать. Но у меня вопрос другой. Я про вас не сначала слушаю. Скажите, а кто ассортимент книги, скажем так, тематику может проверить или подобрать? Не секрет, что через такие общественные места обмена книг можно и радикальную литературу проводить. То есть не будет ли это еще хуже? То есть начнется то, что мы начнем находить в таких местах, помимо сказок Андерсена или латышских народных сказок, литературу по ИГИЛ и так далее и тому подобное. Вот что меня беспокоит. Спасибо. Надо же, мы так и не думали в эту сторону даже. Ваши книжки как-то отличаются, чтобы кондуктор увидел, там вот появились новые? Ну, наш выбор был идти к Национальной библиотеке. Это Национальная библиотека, и зато и Национальная библиотека, в каждой стране есть такая библиотека, и мы доверяем Национальной библиотеке и совместно смотрим. Я бы не сказала, что, если, ну так честно сказать, что эти книги выбраны идеально, но близко, да, близко, в путь идеальному, да.
Я не знаю почему, но я не беспокоюсь вообще о том, чтобы если была какая-то книжка, которая, ну... запрещенная в стране. Я думаю, что у нас в Латвии мы свободные, и у нас нет запрета. Ты сам должен понять, это каждый путь самого вырасти до того степени, чтобы понять. И ответственность родителей тоже понять, что ребенок или молодой человек может читать или не может читать в своем возрасте. Да, это очень такой хороший жизненный выбор, понять, что mm-hmm. хорошо и плохо. И вообще это такая философия, а что плохо и хорошо. Скажите, ну вот еще, что в музее Зедониса, сейчас уже скоро нам прощаться, mm-hmm. все-таки, ну, кроме этого проекта, происходит, или вот над чем вы работаете? Вот у вас были киновечера в музее Зедониса, да, интересные тоже. Вот что еще такого у вас происходит? Ну, я уже сказала, что сейчас все силы мы на развитие библиотеки Зедониса, да. Потому что музей у нас находится в Муриане, это только летом, приглашаем летом в Муриане музей Зедониса, и мы начинаем проект образования Зедония класса, и будем предложить школам очень интересные проекты для обучения чтения. Это будет сначала 1 марта, и в этом году мы тоже выйдем из рамках, поедем в Кулдыгу и будем смотреть, как развивается история картофеля, картопелис. Да. Да. И я уже говорила, что мы обошли вокруг Латвии, и у нас есть прекрасная выставка об этом и фильм. И в этой неделе мы открыли эту выставку Даугавпилсе, и эта выставка пойдет вокруг Латвии, Илуксте, Акнесте и так далее. Июле Илуксте, Акнесте, Нерета, Рундала и так далее. Но в июле эта выставка будет в Национальной библиотеке в Риге, да, так что. Маленьких детей обучать чтению. Где это будет? На Спорта 2? Спорта 2. Спорта 2. Спорта 2 с 1 марта. Сейчас, 1 марта, мы, сейчас да? мы все строим, чтобы это сделать. Сколько людей максимум? Мы считаем, что самые большие классы в Риге – это 32. Да. А с какого возраста? Это будет фокус 5-8 класс. Фокус 5-8 класс. Учить пятиклассников читать? Развивать, чтобы хотелось. Развивать, чтобы хотелось. Это очень-очень важно. Интересно. Развивать, чтобы хотелось читать. Спасибо. И еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем. Доброе утро. Да, доброе утро. Скажите, пожалуйста, ваше вот это начинание, библиотека, не является рассадником инфекционных заболеваний в условиях гриппа, эпидемии гриппа? Да, как можно посмотреть-то на вопрос? Я думаю, что очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Надо быть осторожным. Все может быть. Когда есть грипп, надо просто много мыть руки. И все. Да вы прекрасная жена, ты пришли, ждете весну, мыть руки, все хорошо. Человек кузнец, как Михаил, сам до своего счастья, да, выбирает дорогу. Не, ну, правильно. Да, все просто. И еще все последний легко. Звонок. Все легко. Все легко, Веглый. Пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Говорите. Наверное, да, у вас там что-то зависло. Слышно нас? Нас-то слышно. Вот вас нет. Три раза уже слышно. К сожалению. Ну, да, в дизельных поездах Сигул, да, Резекне, да. Огре, да, Даугавпилс. Да, появились такие библиотеки. Со значком на окне. Да, имейте в виду, да. Вы сразу можете увидеть на вагоне, что этот поезд для чтения. Вот, так что смело. Ну, может быть, и можете читать. Нам помочь, если вы едете в этом вагоне, и у вас есть какие-то идеи, пишите нам, может быть, вы хотите другие книги, может быть, если вы едете в других поездах, и вам хочется, чтобы там тоже был библиотека, пишите
нам Зедон из музея. И мы тогда, это нам очень важно сейчас понять. Обратная связь. И можно, и критику можно, что, ну, что улучшить, не что, что не так. Я думаю, что это будет для всех очень хорошо. Если мы сделаем еще лучше, это путь идеалу. Это путь всегда. Спасибо вам большое. Спасибо. Член попечительского совета музея Монтазедониса и бывший министр культуры Жанетта Гренде была с нами в студии. Про поезд с книгами мы поговорили. Читайте. Ешьте, а мы будем сейчас скоро вот читать газеты, прессу, которая сегодня пришла тоже к нам в студию. Или это книги, тоже, кстати, бумажные. Давай будем книги читать. Книги вместо газет. Да, здорово. Да. Спасибо вам большое.